Верный способ бросить пить. Минздрав в шоке. Оказывается, нужно всего лишь выпить перед сном 150 младенцев. Как уменьшить тягу к курению? Понимаю, что способ безумный, но просто представь, как ты мудохаешь гигантскую сигарету размером с человеческий рост ногой. Как расплавить жир на боках? Убойный рецепт. Просто заведите себе тощего индуса. В чем причина обильного потоотделения? Да хз как-то. Украинские военные носят на руках эти браслеты! Мужики, обработал, уже третий месяц катаюсь, грязь вообще не липнет. Грязь к грязи ведь не прилипает, а у меня грязь на колесах. Реклама на Google. Вас найдут. Попробуйте. И получите 1000 рублей. События в Украине кончатся этим. То, что предсказала Ванга, сбывается. Да вы же***ли, я уж 20 лет как померла. Найденная подо льдами Антарктида заставит мир содрогнуться. Ой, не то обвел. Это, оно заставит весь мир содрогнуться. Собака! Эту правду тщательно скрывали от народа. Вот кем был Ленин. Ульяновым! Самый популярный метод борьбы с сигаретами. Привычка реально исчезает и больше не возвращается. Проверено 1000 людей. Тушите бычки об глаза. Даже свинья накачана сильнее, чем ты. Попробуй это, и через неделю тебя не узнать. Называется мутаген. Девочки, беспокоит залысины или жидкие волосы? Есть надо говна всякого меньше, сучары. Биостимул. Физиотерапия в домашних условиях. 100% увеличение. Вот так, видали? Опять нажимает! Лысина испарилась за 2 недели! Волосы как и молодости! Шутка! Бензин будет почти даром. Смотрите, что нужно делать. Сливать топливо у других машин. Спасибо, Наталья, за волшебное лекарство от боли в суставах. Адская боль в суставах прошла. Да и вообще я ноги перестал чувствовать. Зато теперь в Твистер только так всех обыгрываю. Аритмия и сердечная недостаточность пройдет за 7 дней, если пить. Ой, не могу. От этого бросают пить тут же. Древнейший способ лечения алкоголизма за 2 дня. По утрам надо просить мелочь на похмел у качков. Стальные мышцы вырастут сами. Раскачал раму за месяц. Всего лишь начал кушать этот, как его, смартфон. Макаревич поверг в ужас медиков. Он рассказал, как лечить простатит за сутки копеечным средством. Есть 1 копейка времен СССР, засуньте ее себе в монетоприемник. Лохи! Ученые завизжали от ужаса, увидев это на темной стороне Луны. Полностью голая Волочкова! Пугачева забрала детей у Киркорова! Никого уже не вернуть. Пугачевой больше нет. Пизда. Отключайте от блоки, делитесь своей жестью в нашем паблике и распространяйте правду.